9 января. Прекрасный денек. Кстати, в дополнение, по-моему, Александр Колесников как раз тут вот, как там некоторые говорят, сделал там 4 предъявы. Что, мол, суставы разрушенные не восстанавливаются, штырь, клапана там не восстанавливается, меняем, сосуды тоже зарастают, значит, стенды ставим, все хорошо, поставили и так далее. Но вот ответьте себе на такой простой вопрос. Какие-то причины привели к тому, что разрушились тазобедренные суставы, вот они начали разрушаться, и вы меняете сустав. Сузились или забились сосуды, вы вставляете в стенд. То есть какая-то причина есть или нету. Наконец-таки, что там у нас? Сердцем. Тоже что-то тут вот, был здоровый человек, ходил, бродил, а трах-бах, клапана разболелись. То есть были какие-то причины, которые привели к вот этим вещам. Хорошо. Вы приходите к врачу, мы вам меняем клапана, мы вам вставляем стенды, мы вам меняем суставы. Вопрос, на который вы ответьте сами. Процесс тот, который привел к этим всем последствиям, он остановился? Вот это лечение по замене, оно его остановило? Либо он продолжается? Ответьте это для себя. А я сяду в кабриолет и поеду туда-сюда. Лампа дрится, царится,
что, подумали над тем, что причины приводят к поломке клапанов, сосудов, суставов? Если это все просто так вот устранить, я думаю, на какое-то время, конечно, это и поможет. Но далее, что не говори, а на чистой машине лучше, чем на грязной. Мне кому-то совершенно нечего. Главное доказать самому себе.